Более 100 тысяч бутылок поддельного алкоголя изъято из оборота. На территории Ивановского района сотрудники регионального ОМВД и ОФСБ выявили складские помещения, в которых хранилась алкогольная продукция. В ходе осмотра содержимого коробок эксперты-криминалисты установили, что специальные федеральные марки, наклеенные на бутылки, имеют явные признаки подделки. В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято более 100 тысяч бутылок крепкого алкоголя. Следственной частью Следственного управления МВД России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 327 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия, либо их использование.